Итак, всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как отобразить структуру таблицы в эликсир формат, а именно в struct. Для этого нужно произвести обряд из следующих действий. Сперва нам нужно связать базу с приложением, осуществить connect. Для этого мы смотрим ролик 2, где рассказывалось о том, как настроить соединение, как указать лог, паспорт. Также была команда Mix Actor Create, которая производила создание базы данных. Следующий шаг – это нужно подготовить таблицу в базе данных. Здесь есть два пути. Вы можете самостоятельно это сделать с помощью вашего менеджера, либо вы можете использовать Actor подход, Phoenix подход. То есть мы создаем миграции. В них мы описываем те данные, которые мы хотим произвести, и затем мы осуществляем эту миграцию. И последний этап – мы создаем отображение. Мы создаем специальный файл, в котором мы описываем, каким образом данные из таблицы отображаются конкретно в нашу struct-структуру. А теперь к коду.